Город Орел – родина известного арктического исследователя Владимира Александровича Русанова. Родоначальником династии купцов Русановых был богатый торговец пенькой Дмитрий Иванович Русанов. В его усадьбе с большим двухэтажным домом были собственное производство пеньки и лавка. В конце 19 века из Орла ежегодно вывозилось до 500 000 пудов пеньки. Что же такое пенька? Пенька – это волокна стеблей конопли. Из пеньки на Руси ткали ткань, шили одежду, иногда белье. Ткань получалась грубая, но прочная и дешевая. Волокна конопли отличаются большой прочностью и устойчивы к соленой воде и гниению, поэтому из пеньки делали и продолжают делать морские канаты, веревки, бумагу, парусину. У Дмитрия Русанова было два сына, Сергей и Александр. После смерти отца дом и торговлю унаследовал старший сын Сергей, а младший Александр, будущий отец полярного исследователя, переселился в соседний квартал. В 1871 году на перекрестке улицы 2 Курской и Масневского переулка им была приобретена небольшая усадьба с деревянным домом. Регист из родительского дома был связан еще и с его женитьбой. В музее Русанова есть портреты супругов Александра и Любови Русановых. Ноября 1875 года в семье купца второй гильдии Александра Дмитриевича Русанова родился сын, которого назвали Владимиром. Thank you.
смерти Александра Дмитриевича в начале 80-х годов 19 века вдова продала усадьбу и перебралась в другой дом, расположенный по соседству в Масленском переулке. Именно здесь прошли детские и юношеские годы полярного исследователя. Русанов в детстве увлекался чтением книг и прогулками, с которых возвращался с карманами, полными камней. Это были его первые деловодческие коллекции. В 1782 году Любовь Дмитриевна Русанова второй раз вышла замуж за учителя латинского языка Андрея Петровича Соколова. В лице этого человека Владимир Русанов нашел доброго друга и наставника. Мать Русанова хотела дать сыну хорошее образование и устроила его в лучшее в городе учебное заведение – классическую гимназию. Однако мальчика вскоре исключили за неуспеваемость. То же случилось и после его поступления в реальное училище. Лет с помощью отчима, преподавателя Орловской духовной семинарии, Владимир Русанов поступает в это учебное заведение. Успехи юного Русанова в духовной семинарии были также не блестящими. Недовольный учебой, Русанов сблизился с революционно настроенной молодежью. В 1894 году Владимир вступил в подпольный кружок. Вскоре юноша стал одним из самых активных подпольщиков. До 1797 года Русанов окончил духовную семинарию. В этом же году он попал в тюрьму за революционную деятельность, где находился до 1799 года. Затем были ссылки в Вологодскую губернию в лечение идеологии. В январе 1901 года Владимир Русанов женился на учительнице русского языка Марии Петровне Булатовой. Жена добровольно последовала за мужем в далекую ссылку. От Марии Петровны у Владимира было два сына. Первый ребенок умер, второго назвали Александром, как и первого. Вскоре после родов жена умерла. Владимир Русанов только спустя 6 лет решает снова жениться. В
1912 году Владимир Русанов возглавил экспедицию на судне «Геркулес» к берегам Шпицбергена, во время которой бесследно исчез вместе с кораблем, экипажем и с его невестой. Следы судна Владимира Русанова искали и продолжают искать уже почти 100 лет. Однако главного, что случилось со самим Русановым, мы до сих пор не знаем. Сейчас в этом доме находится музей Русанова. А старинный Масловский переулок был переименован, теперь это улица Русанова. Спасибо за внимание. До новых встреч!